Вот вопрос сегодня такой: как встроить карту в презентацию Canva, чтобы она была живая, то есть ей можно было пользоваться. Допустим, у нас есть Google карта. Вот мы нарисовали маршрут, как можно проехать до села Палих города. Вот, и здесь есть у нас меню и есть ссылка, которую дает Google. И можно вот ее встроить. Здесь в конве есть меню вставка, и вот сюда можно эту ссылку вставить. Ну вот. И теперь при просмотре мы можем эту карту двигать, то есть листать, как проехать, можно посмотреть. То же самое можно сделать в Яндексе. Но в Гугле еще есть такая возможность. Google показывает улицы, да, то есть мы берем человечка и смотрим, куда мы хотим в Палихе попасть. Например, ну пусть вот сюда. И Google нас переносит. Посмотреть пейзажи Палиха, так сказать. И этим тоже можно поделиться. Вот здесь есть меню. Поделитесь с друзьями, копировать ссылку и переходим назад, вставляем. И вот, то есть при просмотре мы можем показать вживую, так сказать, как выглядит Палих у нас. Вот, пожалуйста. На Google картах. Такой вот город. Ну и как в Яндексе это сделать? В Яндексе меню это вот с этой стороны. Здесь есть поделиться и скопировать ссылку. Также в это поле вставляем, добавляем дизайн. И при просмотре эта карта будет живая, то есть можно листать, смотреть, как подробности выглядят на карте. Ну вот, надеюсь, информация была полезна. На этом спасибо. Стоп.